Никита? Ну, наверняка. Наверняка. Технологии у вас были души Клара. Да? Не были? Ну, были. Да, как это я? Ведь, конечно, за последнее время в России огромную популярность получили именно рестораны японской кухни. И наверняка вам не составит труда, друзья, назвать популярную категорию блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Конечно же, возвращайтесь на сцену. Берите друзей. Конечно же, идите все. Но сейчас у нас сложное действие, не нужно много народу. Девочки, давайте, все, кто есть, давайте. И вы обратно, чего уходили-то? Давайте, давайте, не нужно много народу сюда. Потому что прямо сейчас мы будем проверять любителей роллов, сашими, суши, ну и так далее, и так далее. Действия все те же самые, кстати, ровную линию, чтобы вас было видно, слышно. Вот народу у нас много, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. И даже целый фотограф у нас. Да, ну что ж, друзья мои, все очень просто. Что, я тоже фоткаю, но... Да, ну... А то все фоткают, а то я не могу. Автомобиль. Если же вы не можете дать на него вообще никакой ответ, я вам дам три варианта. Если же, соответственно, вы правы, вы угадали, значит вы логично и просто переходите во второй тур. Давай, 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 давай. Но если же вы не отгадали, то, к сожалению, придется с вами просто свидание и увидимся уже на тристрале. Итак, все понятно. Главное, друг другу, пожалуйста, не подсказывайте, потому что вопрос серьезный, про кулинарию.